Я художник Сергей Верганский. Передо мной моя работа 15-го года «Юноша с иконой». Почему голубые такие холодные тона? Потому что, видимо, у меня было тогда настроение такое, что всю эту религию, все это святое, внешний мир настолько давит, и ощущение вот этого немножко такого светлого этого начала и давящих сил таких, как бы, все равно это переборет все это. Поэтому юноша, поэтому юность, поэтому святая икона. Коллекция.